Приветики, господа, с вами я, ваша любимая Саркоплей, и сегодня буду снова продолжать играть в Детройт, стать человеком. Это финальная серия на этот день, да. Наконец-то. Мы будем играть 10 ноября 2017. Наконец-то, да будет прохождение этой игры. Мне вас не хватает. Вы не представляете, как я скучаю. Все бы отдал за возможность повернуть время вспять. У меня был дом и любящий отец. Было счастье. Я был счастлив. И даже не знал этого. Я не знаю, что мне делать. Один вариант хуже другого, и что бы я ни выбрал, прольется кровь. Я не хочу проливать ничью кровь. Но они же нас убивают. Я должен принять решение, которое повлияет на жизнь миллионов. Я не знаю, что делать. Я скучаю. Мне вас так не хватает. Нет, Кевин. Где? О, мы здесь. И мы тут. Мы нашли новое старство. Мы нашли. И лидер. Здесь мы. Хорошо, что все живы, блин. Я думал, здесь вам будет безопасней. Я ошибся. Вам надо покинуть город, пока не поздно. Надо как угодно вывести отсюда Алису. Успеть на последний автобус. Еще есть шанс пересечь границу. А где? Маркус. Что? Что ты хочешь от меня? Спаси наш народ. Спасибо. Мы спасем вас. Подожди, Маркус! Маркус, ты куда? Я же должна. Где Конор? Где Конор? А, вон он. Конор! Конор, мы должны с тобой поговорить. Конор! Маркус! Маркус! Куда идешь? Я ж тут буду как какашка. Блин, как с ним поговорить? А где Конор? Где он? Я его не вижу, блин. Он что, там на полу там висит и какает, что ли? Решить участь Конора. А какую участь? Я поговорила с Кэрой еще и не поговорила со всеми. Вот ты, мы с тобой, да.
Маркус, реши, кто тут хозяин, я или ты? Но мы не знаем, кто тут хозяин. Где? Как с этим Коннором? Как я? О, боже. Я нашла Коннора, я нашла его. Вон. А, это... Блин. Говорят, люди решили не искать девиантов, а просто сгоняют всех андроидов в лагеря для уничтожения. Через несколько часов останемся только мы. Нет. Сколько выжило после атаки? Несколько сотен. Больше, если считать тех, кто прячется по городу. Если бы не бомба, погибли бы все. Какой статус системы? Норма. Пуля не задела биокомпоненты. Ты мог погибнуть, спасая меня, Маркус. Ты всегда должен думать о народе. Остальное не важно. В ближайшие часы все закончится. Мы изменим мир, или мир нас всех уничтожит. Ты должен сделать выбор, Маркус. Что бы ты ни решил, мы пойдем за тобой. Я люблю тебя, Маркус. А где он? Где этот самый упырь? Где он? Где этот упырь? Неужели это Маркус? Ты? Где он? Этой толпы, блин, я не понимаю, где Коннор, блин. Где он? Вот это? Где этот? Ты спас мне жизнь. Теперь у меня есть шанс увидеть свободу. У нас с тобой бывает разногласия, но мы все равно сражаемся заодно. Что бы ты ни решил, я тебя поддержу. А где этот самый Коннор? Коннор? Где Коннор? Где Коннор, блин? Я не понимаю, где Коннор. А где Коннор? Я не могу. А, это он. О, я это нашла Коннора! Что люди смогли найти Иерихон? Я нашла Коннора! Я был глуп. Не понял, что меня используют. Прости, Маркус. Наверное, ты решишь больше не доверять мне. Теперь ты один из нас, и твое место со своим народом. На заводе Киберлайф находятся тысячи андроидов. Если мы пробудим их, они примкнут к нам, и мы станем сильнее. Хочешь пробраться в башню Киберлайф? Коннор, это самоубийство. Мне верят. Они меня впустят.
Да конечно! У меня есть шанс внедриться в Киберлайф. Если сунешься туда, тебя убьют. Вероятность высока. Но по статистике всегда есть шанс возникновения маловероятных событий. Береги себя, Коннор. Будь я же за него играю. Блинушки. Хорошо, что я стала девиантом, потому что я знала... О, Ирихо. Где Нурт? А вон она. Я не могу с ней. Поговорили со всеми. А, Коннор вот здесь сидит, блин. Коннор как рыска, блин. Подожди. Надо встать именно. Люди приняли решение уничтожить нас. Для этого прямо сейчас всех наших гонят в лагеря. Нам пора сделать выбор. И этот выбор может решить судьбу всего народа. Я знаю, вы все в ярости, и вы хотите дать отпор, но насилие не приведет ни к чему хорошему. Мы должны добиться справедливости мирным путем. Если в них есть человечность, они послушают. Если нет, наше место займут другие и продолжат борьбу. Вы готовы пойти за мной? Я вызываю какую-то сатану, блин. Меркс. Блин, мне нравится эта игра, блин. Она вообще хорош. Давай. Блин, давай. И давай дальше. Я буду играть дальше. Я пощадила Коннора. Эй, боже мой. Коннор! Значит, душа Коннор. Блин. Программный сбой. Девиан, Хэнк, друг. Аманда. Измена. Продолжим. Сегодня в 6 утра объявлено чрезвычайное положение. По всей территории страны введен комендантский час, а также временный запрет на собрание. Были ограничены все электронные коммуникации, и все органы порядка наделены экстренными полномочиями. В дополнение к этим мерам, все андроиды в распоряжении граждан должны быть немедленно сданы государству. Вокруг всех крупных городов организованы временные лагеря для их сбора и уничтожения. Я прошу все гражданское население оказывать нам содействие. И можете быть уверены, мы делаем все возможное для обеспечения безопасности нашей страны. Еще вопрос. Мадам президент, правда, что андроиды могут сломать наши IT-системы?
Например, атомные станции, военные базы. Все андроиды на особо важных объектах были нейтрализованы, и необходимые меры по защите от подобных рисков немедленно приняты. Ситуация под контролем. Мадам президент! А лидера девиантов уже поймали? Девиант, известный под именем Маркус, пока не обнаружен, но, уверяю вас, его нейтрализуют в самом скором времени. Мадам президент! Правда ли, что ограблены армейские склады? Есть данные о пропаже медицинского груза с радиоактивным изотопом кобальт? В данный момент я не располагаю такой информацией. Прошу вас! Прошу вас! Мадам президент! Это правда, что в нашей армии 60% андроидов? Сможет ли она обеспечить безопасность нашей страны? Военные андроиды были нейтрализованы, как только возникли сомнения в их надежности. Их место заняли бойцы Национальной гвардии. Армия, как и прежде, полностью боеспособна и готова противостоять любым угрозам. Спасибо. На этом все. Чё? Конор! Конор! Конор, модель 313-248-317. Меня ожидают. Идентификация завершена. Хорошо. Проезжайте. Главное, действовать тихо и скрытно. За мной. Мы вас отведем. Спасибо. Я знаю, куда идти. Может. Но у меня приказ. Ну, конечно. Следовать за охранником. Именно на это. Следовать за Конором вообще. Нас же спалят, что мы деревья. 23 опознан. Сканер. А если я не буду действовать? Блин, лучше действовать, а то нас убьют. Нас убьют сразу. Ну, Конор опасен, Конор не опасен. Агент 54. Уровень 31. Распознавание голоса. Ага, да. О май гуднес. Стоп. Нам надо сначала исследовать, чтобы камера на нас. Thank you.
камеры выключены. Агент 54, уровень минус 49. Распознавание голоса. Доступ разрешен. Отлично! Мы их убили, мы их уничтожили. Это часть нашей истории. Добраться до автовокзала. У нас мало времени, надо торопиться. Последний автобус уходит через 20 минут. Боже, 5 минут, блин. Быстрее. Как ты? Я очень замерзла. Теперь будет лучше. Спасибо. Мама. Блин, детям нельзя взять. Идем. Нечего тут делать. Нет! Говно. Нет! Не убивайте! Замкнись на колени! Что будем делать? Надо спешить, а то автобус уйдет. Главное, не попадаться на него на глаза. Держись рядом. Мы проскочим мимо них незаметно. Получится, я тебе обещаю. Не надо! Я ничего не сделал! Рот закрой! Много их идет? Ну, прямо как грызь. Изо всех щелей. Не до утра же тут торчат. Уже яйца отморозят. Мы их, небось, месяц будем вылавливать. Зуб дай мне, половины еще не наклеим. Тут везде солдаты. Надо осторожней. Ну, шевелись.
Смотри, там Лютер. Ему никак не помочь. Тут везде солдаты. Нельзя его бросать. Они же его убьют. Ладно, пошли. Стой. Это ошибка. Я человек. Мне домой надо. Меня жена дожидается. У нас... Уверенно проверяют всех гражданских. Нет. Нет, не надо! Сраные машины. Кэра, не нужно было рисковать из-за меня. Где Алиса? Рядом прячется. Кэра, ты спасла нас. Мы навек тебе обязаны. Бегите, а то заметят. Алиса! Лютер! Я думала, тебя убили. Я боялся и больше тебя не увижу. Думал, на автовокзале встретить. Но по пути поймали. Идем. Мы близко, но времени мало. Блин, такое ощущение, что я узнаю Мону и Шестую, когда они прятались. Помните, господа, на предыдущей серии я играл в Шестую? Нет, нет, говно. Блокпост. Блокпост. У нас есть паспорта, должны сойти, но кто знает. Может, в обход, чтобы не рисковать. Знаете, на этом так мы точно не успеем на автобус. Да, но так безопасней. Господа, давайте мы на этом с вами закончим, продолжим в следующей серии. Всем бай, увидим в следующих сериях. Thank you.